Всем здорово, ребят! Ну что, после стримчика решил зайти на Тайвань, записать видосик. Думал, дадут награды, но пока их нам не дали. Возможно, скорее всего, это будет завтра. Но очень удивился. Почему удивился? Сейчас вам покажу. Помимо того, что здесь открыли пиратика. Ну, пиратик здесь такой, знаете, средненький, ну, лучше даже, чем на русском сервере. Также у нас есть остров. Но самое интересное я вам сейчас покажу. Но видите, здесь нету за вход. Но посмотрите, какая халява. Это донатные акции. И вот у нас есть две халявки, даже три. Вот эта акция 300 вы можете превратить то, о чем я говорил, плюс акция сразу же идет за найм героев, то есть вы можете собрать мешочки Охника, ну, Некроса. И вот таких вот две халявы, одна за один самоцвет, обалденная халява, как по мне, и еще одна сразу же, я не знаю, в честь чего, но сразу же две плюхи, то есть вот такая вот халява за два самоцвета, блин, я считаю реально очень круто, поэтому не упустите свой шанс. Сейчас побегаем по серверам, посмотрим, что там еще падает, но это реально топовые награды и плюшки. Я надеюсь, они завтра у нас будут на русском сервере. Поехали, пробежимся по остальных серверах, посмотрим, что там пообновлялось, потому что сервера в разных часовых поясах. И везде разные награды. Если я вам утром снимаю, там иногда сервера не обновляются. В общем, везде по-разному. Так, это все у нас донатное, донатное, донатное. Так, это здесь у нас такой вот. О, блин, обалденно. Реально обалденный коллекционер. Вот такие вот плюшечки. Что здесь у нас? Смотрите, СО! Нифига себе! Вот это да, ребятушки! Восьмая эмблема, и это все реально за самоцветы. Обалдеть! Что это за сервер? Испания. Нифига себе, вот это да! Вот это они красавчики. Реально. Офигеть. Вы можете себе без донат, может свободно себе купить топовый талант, плюшки. Очень круто. Вот это, конечно, круто. Смотрите, Лазуля Космо. Нифига себе. Я не знаю, сколько они стоят. У меня попыток нет. Там еще и землеройка. Вот это действительно круто сделали. Вот такой вот сервер. Поехали на немку глянем. В общем, халявы за один самоцвет. Пока только на Тайване я видел халяву. Но здесь по-своему просто круто. Блин, жесть. Так, что у нас тут? Так, понятно все. Смотрим здесь. Ну, такое себе. Ну, опять же, донат. Понятно все. Поехали на следующий. По-моему, Франция. Да, Испания удивила. Нереально крутая. Так, это у нас Франция, да, это Франция. А здесь тоже халявы нету за один самоцвет. Поехали дальше. Возможно, это только на Тайване, потому что там не открыто, а это Португалия. Там не открыто, как-то странно. Акция на выполнение задач. Нифига себе.
Это жесть, посмотрите, что творится на других серверах. Вот это действительно обалденные акции здесь. Да. Мда уж. Так, а что здесь? Ну, здесь тоже вряд ли что-то обновилось. Не, пока только на китайке. Пока только такое на Тайване есть. Поехали дальше, сейчас посмотрим. Еще забежим на арабский сервер. Посмотрим, что там есть. Это, по-моему, этот... Индонезия. Хотя Индонезия тоже, в принципе, интересная акция. Так. Индонезия через час обновится. По идее, будет полночь, но не факт. Ну, в общем, здесь куча тоже разных топовых плюх. Но здесь нету халявы за один самоцвет. Так, поехали на арабский сервер. Посмотрим, что здесь. Пока только на Тайване я вижу. Только на Тайване есть эта халява. Так, то же самое. Оу, нифига себе. Обалдеть. Посмотрите. Ордена. И 6 карт на вход. Можно нормально, кстати, кулаков нафармить. И получить нормальные плюхи за выполнение. Ну, тоже, кстати, круто. За один самоцвет, красавчики. Так, окей, что у нас тут еще такое есть, а я даже не знаю, вот этот вот мне интересно, я его скачал, я его, кстати, первый раз вижу, я не знаю, что это за сервер. Что-то такое странное. Может, какой-то витам? Ой, аж спать захотелось. Так, это все хорошо, но я хочу вас пропустить. А может, это Бразилия, ну, кстати. Я на Бразилии еще ни разу не попадал. Может, там, потому что я смотрю, что-то много пишет ребят с Бразилии. Блин, эта обучалка, конечно, дольше всего занимает. Так, что тут у нас? В евро, компра. Три. А, это итальянский, вот так вот. Итальянский сервер. Посмотрим, что у нас на Италии интересного. На Италии. Тоже ничего нету. Ну, как видите, пока только на Тайване открылось. Возможно, еще откроется попозже. Посмотрим после полуночи. Будет на этом. На арабском сервере. Посмотрим. Ну, пока только так. В общем... Такие вот плюшечки, ребятушки. Довольно-таки, как по мне, неплохие. Фу, ничего себе. Сразу же, смотрите, выролил бог войны. Причем с бесплатки. Вот так вот, неожиданно-нежданно. Все, надо переходить на итальянский сервер. Шучу, конечно. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.